Сегодня я появилась в Брукхейвен для того, чтобы побыть на данный момент Сантой для вас. Именно сегодня самый внимательный человек получит от меня на Новый год, на Рождество в подарок премиум пасс. Что для этого нужно? Для этого нужно будет прямо сейчас, после того, как вы посмотрите это видео, в комментариях написать 5 вещей, которые я спрятала в Брукхейвен. Конечно, которые я буду показывать вам сейчас. Во время этого видео я буду ездить по центру города, показывать 5 вещей, которые я здесь спрятала из пропсов. Вам нужно будет их найти. Найти их будет сложно, но вполне возможно. И вы должны будете написать 5 вещей, ребята, 5 вещей, которые я спрятала. Обязательно написать свой ник в Роблоксе. И тогда победитель, который напишет все 5 вещей правильно, ребята, получит, конечно, от меня бесплатно премиум. Я ему подарю премиум пасс. А я начинаю сейчас ездить по Брукхейвен и показывать вам город. Ну и, конечно, вы, пока я езжу, должны будете найти все 5 вещей, которые я здесь спрятала. Вы должны их просто сейчас будете заметить. Написать обязательно, ребята, нужно будет что-то типа номер 1, там вещь такая-то. То есть, там, я не знаю, номер 1 шарики. Номер 2, там, я не знаю, елка. Вы напишите абсолютно все вещи. Один человек, который напишет правильно и будет первым, получит от меня премиум пасс. Ребята, и обязательно не забудьте написать свой ник в Роблоксе, потому что если вы не напишете ник в Роблоксе, я не засчитаю ответ, потому что мне просто будет очень сложно вас найти, и тогда победа достанется кому-то другому. Так что будьте внимательны, смотрите прямо сейчас, пока я езжу, какие-то вещи, которые я здесь спрятала. Я просто решила побыть для вас вот таким вот Сантой, вот таким прекрасным человеком, да, подумала, ну блин, от меня обязательно хотя бы одному человеку, да, по возможности, ребят, конечно, вы понимаете, я бы всем подарила с удовольствием премиум, если бы у меня на это вообще были деньги, блин, у меня у самой-то половина пассов нет. Но, ребята, я очень надеюсь, то, что вы все-таки сможете угадать и найти. Это действительно будет сложно, потому что, действительно, вы знаете, будь я на вашем месте, я не знаю, какое, блин, должно быть зрение, чтобы все это увидеть, потому что какие-то детали более-менее заметны, но какие-то, аккуратненько, какие-то супер незаметны, и это, конечно, тяжело. Поэтому я очень надеюсь, то, что вы сможете найти абсолютно все, что я здесь смогла спрятать. Ребята, поверьте, я постаралась. Все-таки, знаете, премиум пасс — это штука такая, не дешевая, поэтому, ребята, как вы понимаете, для самых лучших подарков самые сложные задания. Поэтому я надеюсь, то, что все-таки вы самые зоркие сейчас будете, и все, кто самые зоркие, смогут найти все, что я спрятала, чтобы получить от меня бесплатно премиум пасс. Я, кстати, я показываю все в рандомном порядке. Итак, мы сейчас заезжаем вот сюда, едем вот здесь вот, ребята. Но я сегодня, посмотрите, вот выгляжу прямо как Санта. Это как раз-таки мой лук для того, чтобы раздавать вам подарочки. Надеюсь, то, что действительно найдется хотя бы один человек. А если найдется несколько, ну, тогда все равно премиум пасс достанется тому, кто нашел первый. Сразу получит от меня бесплатно премиум пасс, ребята. Вы представляете? Блин, это прям уникально возможность, поэтому вам нужно будет смотреть это видео супер внимательно, чтобы найти. Я надеюсь, то, что вы от меня сможете, тот, кто справится первым, получить премиум пасс. Ребята, просто так премиум пасс я не раздаю. Поэтому не нужно заполнять комментарии, а подари, пожалуйста, премиум пасс. Я просто так ничего дарить не буду. Я считаю, это, в принципе, отличная, отличная возможность и отличный повод по кого-то из вас порадовать. Конечно, самого зоркого, да, ребята. Сразу могу сказать, вот, знаете, если у вас в школе будет обследование, да, вот, на зрение, там, все такое, вы можете просто вот показать мое видео окулисту, если вы, конечно, выиграете. Вот вы можете просто показать это видео и сказать, знаете что, я вот нашел 5 предметов, получил бесплатно премиум пасс, у меня зрение просто как у орла, самое лучшее, потому что я, блин, смог все это разглядеть. Клянусь, я бы не смогла, хотя у меня реально зрение как у орла, я офигенно вижу, не то что Влад, Влад слепой крот, вы можете написать это в комментариях, но, ребята, я реально офигенно вижу, поэтому, но я бы все равно не нашла. Ну, какие-то вещи я бы нашла, конечно, но какие-то реально очень сложно найти здесь, реально сложно, поэтому я очень-очень волнуюсь за вас и очень хочу, чтобы вы смогли все увидеть, все вот детали. Я не знаю, вы, наверное, будете просто смотреть это видео, мне кажется, надо смотреть в каком-то слоумо. И я надеюсь, то, что все-таки у меня будет победить. Мне даже очень интересно, кто это будет из вас, кто из вас человек, который сможет найти все 5 предметов, которые я здесь спрятала. Ну, а я вот так проезжаю уже по какому кругу. Давайте, кстати, заберемся на мостик, проедемся вот сейчас, посмотрим, что у нас на мостике. Может быть, я там что-то спрятала, и вы там что-то сможете заметить. Такое интересненькое. Ну, я пока ничего не вижу, вроде ничего не прятала, а может и прятала, даже не знаю, ребята. А я, конечно, вам сказать не могу. Итак, заезжаем на самый верх,
вот сюда вот. И будем сейчас проезжаться вот здесь, смотреть, что здесь у нас будет. Едем дальше, продолжаем. Давайте, о, давайте наверху, конечно же, кружочек сделаем. Вдруг я там что-то спрятала. А может и нет, а может я вас просто пытаюсь запутать, знаете, чтобы победитель не нашелся. Да не, на самом деле, о чем мне-то? И мне вообще не жалко. Я наоборот за, чтобы кто-то выиграл, чтобы кто-то нашел все спрятанные предметы. Завалили, блин, мне комментарии, чтобы получить бесплатный этот пас. Я буду только рада, ребята. Я все-таки, блин, сейчас ходила тут до видео, старалась, знаете, прятала. Поэтому надеюсь, у вас получится найти все, что я смогла спрятать здесь, в Брукхейвен. Это будет, конечно, самый внимательный человек. Так, мы обгоняем еще. Оп, аккуратно, аккуратно. Оп. Вы, кстати, еще можете пока написать в комментариях, пока вы смотрите это видео. Вы можете написать в комментариях, как вы планируете отмечать Новый год. Там с родителями, понятное дело. Ну, написать, где вы будете. У меня под каким-то видео уже вы писали там, что вы там куда-то уезжаете. Многие написали, ребята, что уезжают на море с родителями. Кто-то там написал, даже я увидела, что живет в Дубае, что у него жарко очень. Поэтому я этому человеку передаю привет и очень его понимаю, потому что мы с Ланом живем в Азии, и у нас сейчас 35 где-то градусов, вот так вот. И у нас вот такая вот жара. Конечно, атмосфера рождественская примерно никакая, но мы пытаемся ее создать. Вот, например, вот такими видео, да, прекрасными, где я переоделась, знаете, в Санта-Клаусиху и пытаюсь раздать вам вот такое вот новогоднее настроение. Порадовать, так сказать, вас, да, как там, какими-то классными вещичками. Вот такими, как премиум пас. Блин, ребята, знаете, мне кажется, будь я на вашем месте, я бы вот просто реально бы боролась за этот премиум пас. Но мне кажется, у меня бы ничего не получилось, потому что я, в принципе, никогда ни в чем не выигрывала. Но не знаю, есть же ребята, которые выиграли. Вот, например, у меня был предыдущий похожий такой конкурс, но нужно было найти всего лишь одну вещь. Я добавила человека в друзья. Это действительно так и было. То есть человек нашел вещи, он до сих пор у меня в друзьях, в Роблоксе находится. Тот, кто победит после этого видео, конечно, получит что-то круче, чем просто друзья в Роблоксе. Он получит целый премиум пас. А в премиум пасе очень много крутых реально функций. Там и вертолет, там и поджигание машины, там и, короче, дополнительные всякие услуги. Короче, там реально, ну, супер крутецкие функции. Поэтому я считаю, что это видео нужно смотреть просто супер внимательно. И я тогда смогу побыть для вас Санта-Клаусом, значит, порадовать кого-то из вас. Ну, и вы, кстати, можете написать, что вы вообще попросили там у Санта-Клауса на Новый год, да, какое письмо там написали ему. Я вот тоже, смотрите, вот такой, я подрабатываю Санта-Клаусихой, миссис Клаус, да, миссис Клаусихой. Вот, подрабатываю, значит, зарабатываю деньги. Все-таки праздники, знаете, отмечать надо, как-то денег много уходит. А, едем, вот так врезаемся, аккуратненько, аккуратненько, выруливаем ситуацию, вырулили, а, не так вот. Ребята, но обязательно напоминаю вам, не забудьте написать свой никнейм в Роблоксе. Это очень-очень важно, потому что если вы не напишете, но напишите при этом правильный ответ, он просто не засчитается, потому что я искать никого не буду. Мне нужен правильный ответ из 5 спрятанных мной вещей и, конечно, ваш ник в Роблоксе. Это обязательно. Будьте внимательны и пишите все верно. Ребята, ну что я могу сказать? Я уже проехала так знатно кругов в Брукхейвен. Я уже показала абсолютно все места, где спрятала эти 5 вещей. Так что вы сейчас отправляйтесь в комментарии и пишите все эти 5 вещей, свой ник в Роблоксе и ждите результатов в комьюнити.